Я думаю, вы все еще помните, что у нас был там один проход, когда я пошел вниз, а мог бы пойти вправо. Поэтому пока красную дверь мы трогать не будем. Здесь, тем более, все равно все открыто. Ага-ха. Аккуратненько вот так пропрыгиваем. Теперь идем направо. Кстати, интересный момент. По-моему, если я не ошибаюсь, враги у меня иногда начинают бежать как-то непонятно и хаотично. Так, кстати, можно ставить вот ненужную хрень. О, да, я помню эту хрень. Ну, надо их просто было самоубить. Так, а у нас нету желтого ключа, а нам нужен желтый ключ, да? Да хорош! Так, здесь желтый ключ. По-моему, мы можем спрыгнуть отсюда. Нет? Я так надеялся, что отсюда можно спрыгнуть. Будем надеяться, что там есть в красной двери желтый ключ. Потому что иначе получается, что я, скорее всего, лоханулся. Есть две горгули. Ненавижу вот этих мразей. Ну, благо мой чувачело с ними просто замечательно справляется. Нет, отстань. Все. Нет, ничего не выскочило. Он едва уловил тихий шепот с нижних ступеней. Куда? На север? Да, к крепости, только так можно пробраться к западному кратеру, чтобы увидеть тень. Я вот чего не помню, того не помню. А по-моему, я не могу никак контролировать то, что меня сейчас будет бить. Так. Я вот, наверное, надо хрен заюзать. Ладно, короче, я лоханулся немножечко. Мне надо было желтый проход пройтись, а я, видите, как криво прошелся. Друже Ифрит, может, ты не будешь меня бить, а? Али направился к крепости вслед за серебряным наручем. Ну, собственно, давайте туда и действительно направляться. Даже хавка выпала. О, вот вас я ненавидел. По ним, во-первых, хрен попадешь. А во-вторых, они... Ауч. Геморройные. Ладно, здесь, короче, единственный способ — это спрыгнуть вот сюда. Да хорош! Слышь, чувак, что-то борзи больно.
Так, ладно. КПшечка! О, били муху. Что-то в детстве мне запоминалось, как будто это рой мух. А, вот он, рой. Из нескольких мух сразу. Ну да. Вся проблема с этими мошками в том, что они... по-моему, очень сильно хреначат наше здоровье. Так, все, да. Так, теперь мне нужно его как-то... Не себя, а его все-таки. Ай. На. Хорош. Хорош. Мне ж понравилось. Давай еще раз. Красавец вообще. Шикарен просто, я не знаю. Ух. На, ё-моё. Так. Здесь этих здоровяков полно, блин. Ой. Хорош. Я ж так всю еду сожру. Воу. Спасибо, Ифрит. Вот прям выручил вообще. Мужик. Мужик. Мужик-мужика. Издалека. Так, у меня было какое-то, по-моему, оружие. Да. Мне все равно нафиг не нужно. По сути, не использую. Так что будет смысл? Так, там вверх, да, там вверх нельзя. Здесь вверх бесполезно, кстати. По крайней мере, пока. Но мы можем взять нашу мадаму здесь, насколько я помню. Я не помню, правда, понадобится она ли нам здесь, будет ли здесь огонь. И, по-моему, там как раз огонь, кстати говоря, где-то будет. Но где конкретно я? О, боже! Вот эти прикольные попрыгушки. Они офигенные. Они очень прикольные. У них такие... Так. Ну, короче, взяли сейчас какой-то хороший меч. Какой-то злой дядька-то. Ай. Так он тебя ударил вообще-то, не? Знаете, вот кажется, что мелкие, да, они вроде как не опасны. На самом деле это не так. Они довольно-таки сильно геморройные, если их очень много. И у меня опять заканчиваются... Очень нехорошо. Ауч. А, здесь со всеми этими ребятами надо разобраться. Здесь много. Ой, здесь много-то. Или они, по-моему, ресуются, я уж вот этого тоже не помню. Дома они, по-моему, ресуются.
Ну да, походу. Хотя здесь, если я правильно помню, нужно просто пробраться было вот сюда вот вниз. Конкретно вот сюда просто спрыгнув. Вот, да. Зря, короче, я бегал там. Надо было пропустить это все дело. Давайте это тоже пропустим. Быстренько вот сюда пробежим. Ничего все равно с ними не надо особо делать. Видали, да. Вот такой с ноги. Ай. Ай. Так, ладно. Вот этих чувачков можно, в принципе, забывать, я думаю. Нельзя. Нельзя на них забивать. Смотрите, какие они мне плюшки дают. 222 жизни у меня уже. Так, теперь здесь маленькая фишечка есть. Можно, по-моему, видите, дай бог памяти, куда-то здесь можно было спрыгнуть или пройтись. Этого хоть убей, не помню. Нет, не здесь, и туда, в принципе, тоже нельзя. Я знаю, там есть воронка сбоку. Пока вы не знаете, правда, что за воронка, что она делает, но... Скоро, друзья мои, уже очень скоро мы познаем многие тайны, которых не знали до этого. Здесь вроде тоже ничего нету, поэтому мы просто идем наверх. И вот здесь начиналась такая лютая жопа, разрывающая боль, что просто жесть. Просто серьезно, я помню, что это была такая жесть. Это была жесточайшая жесть из всех жестей, которые только могла быть. Ай. Вот видите. Попадаешь на огонь, и тебя блокируют. На самом деле довольно обидно. Из-за того, что я попал на огонь, мне придется заюзнуть его штуку и мою штуку. В данном случае я имею в виду вот эти. Или здесь наоборот надо пока огонь. Чего не помню, того не помню. Да, отстань ты от меня. Все. Аллилуйя. Чувак, спасай! Жизнь компания. О!
как раз подхилится самое оно сейчас. Я не знаю, зачем я экономлю все свои мечи, хотя у меня их, в принципе, много. Я думаю, что, наверное, я буду пока использовать вот этот меч. С ним мне станет немножечко попроще. Ай. Я не знаю, откуда здесь катились камни. Но, тем не менее. Замечательно. Ухайдокали. Ай. Так, хорошо. Все очень-очень хорошо. Так, сколько здесь, во-первых, мне надо ХПСП 3 четверти, нормально. 20 ударов, 20 ударов, 30, 20 и 20. Давайте выбросим пока вот этот, посмотрим, сколько в этом мече ударов. Тоже 20. И в моем 20. В таком смысле лучше использовать, наверное, вот этот меч, а этот выкинуть и поднять вот этот. Что вот эти мечи широкие одинаковые, у меня их 3 штуки, того 60, еще есть на 30 удара. Окей. Вот. Так это все происходится. Так, здесь, по-моему, надо тупо зажигать. Так, отойдем немножко сюда и... Оп, зажгли. Вот. Эть. Замечательно. Так. Теперь, короче, новая жопа. Нужно как-то всех этих мразей убить. Но убить таким образом, чтобы они при этом не убили нас. По-моему, все. Да, вот они начинают убираться. Аллилуйя. Пока, можно сказать, прошел все дело без контов. По-моему, мне нужно использовать... Да. Нужно использовать динамит. И мне нужно использовать мое оружие. У него мы возьмем вот эту фигню, которая нам, в принципе, не нужна. Хорошо. Давайте зайдем сюда. А, можно сразу перепрыгнуть. Ха-ха-ха. Давай, добей его. Посмотрим, что из него выпадет. И сейчас из него, короче, какая-нибудь нужная шмотка упадает. Нет, просто супергранаты. Супергранаты нам не нужны. Ты догнал меня намного раньше, чем я ожидал. Ну что же, прими мои поздравления.
Где-то внутри этого замка есть устройство, способное перенести тебя через дыру в пространстве и времени. Мне оно не нужно, а тебе пригодится. Покажи свою силу, золотой наруч. Уничтожь мою тварь, чтобы получить телепортер. И вот здесь начинается имба-жопа. А, ну да, ее надо мочить только по языку, по вот этому. Оп, бежим, бежим, бежим. В принципе, тварина довольно простая, если только не учитывать вот эти абсолютно рандомно летящие в нас камни. Оп, видите, уже низ челюсти отвалился. Эй! Твою мать, у меня почему-то не сработало. Ускори! Ау, не. Ну, вызывай уже тварину свою, ё-моё. Ну же. Тихо. Здесь он тупо тебя зажимает в углу и насилует этими камнями. Вот это бесит просто адски. Это просто адски бесит. Серьезно. Боже, как же это бесит. Вызывай уже свой язык. Вызывай. Ну. Ну. Ну язык. Аллилуйя. Мать твою. Это сбылось. Ой. И вот он. Телепортер. На самом деле, чтобы использовать телепорт, нужно делать вот так. Появляется воронка, которая нас будет засасывать. Мне надо тем временем, наверное, похилиться, но... Давайте я просто сохранюсь, а там будет видно, что мне надо. Он победил всех монстров из крепости и нашел телепортер. Ауч. Ай-яй! Вот я вспомнил этих мразей, они мне очень больно делали. А, мне же не сюда. Точняк. Мне вот сюда. Теперь нам нужно вот сюда. Здесь мы, кстати, можем вызвать нашу малявку. Ай. Без моего дружи и фрита, конечно, здесь будет проблематично немного, но... Что поделаешь? Иначе в вортекс воронки не использовались бы. Да хорош, слышь? Да. Прикалываешься, что ли? Охренеть просто. Мне тупо, короче, выйти не дает. Хорош! Вообще охренели, короче. Ну-ка, покажи свою силу.
Удери им всем жопу. Женщина. Так. Да. Хорош так делать. Хорош меня всеми способами убивать и насиловать тут. Просто пытаюсь пройти эту игру. Не надо меня пытаться убивать. Хоть похавать можно. Ай. Что ж такая жопа-то везде творится? Не прихренел, не? Оп, взял. А теперь хоть что творись. Так, ладно, давайте пока нашу мадаму уберем. И все равно не особо много толку. Она меня только хилить может, по-моему. Ну, измедляет противников, но такое. Я не знаю, я никогда ей особо не пользовался, если честно. Ау. Ты же мрази-то, а? Ау, я вспомнил. Меня поимели немножечко. Здесь же будет бесконечное падение этих мразей на меня. Пока я не пройду. Тихо. Спросите, зачем я убиваю больших? Больших я убиваю для того, что в них иногда бывают ключи. А я не помню, к сожалению, ау. Где здесь есть ключи, а где ключей нету? Кстати говоря, можно делать еще вот так, смотрите. Получается довольно редко. Но если повезет, то повезет. Вот так. Я вспомнил про эту фишку. Из любого огня появляется огненный эфрит. Так что, в принципе, его колбы нам с собой даже носить, по сути, не надо по-хорошему. Ай, не в ту сторону повернулся. Ну и хрен с тобой. Есть у тебя что? Да, есть. А, жизнь-ка. То сколько у нас уже жизней-то? 230, неплохо. 6 рубинов, это, ну, круто. Мне нравится. Я пока доволен. Мне написал, что мне сохранилось наконец-то. Так. Стопудов же сейчас попаду на какие-нибудь... Ай-яй. О. Рыбка. Так, что у нас там хилочка? ХП 1-2 как раз. Я помню эту фигню.